Снегопады, оттепель и снова понижение температуры создают наледи на дорогах и тротуарах. В целях проверки своевременной уборки территорий службы Государственного административно-технического надзора началось проведение операции «Снегопад». Выявлены типовые нарушения. Ответственные службы за надлежащее состояние подведомственных территорий оказались не готовы к резкой смене погоды. Подходы и покрытие детских площадок, так же как и тротуары, а ровно и подходы к аптекам, магазинам, остановки пассажирского транспорта не обработаны песко-соляной смесью. Это создает серьезные трудности передвижению пешеходов. Пешеходный тротуар, который ведет, вот, посмотрели, когда детская площадка, он совершенно не обработан, что, естественно, может угрожать безопасности не только жителей, там, взрослых, да, но и в первую очередь, конечно, детей. Подъемы, аптека, часто пользуемся ей, люди падают. Никогда не поступает, вот никогда. Желательно, чтобы обратили на нас внимание на наши дороги, именно к магазинам. Есть и объективные причины, мешающие ответственным компаниям произвести уборку территорий – стихийная стоянка автомобилей. В этом проезде дворовом граждане, сами жители установили автомобиль на проезжей части, что не дает возможности эксплуатирующим организациям эту уборку снега осуществить в полном объеме и качественно. Да? Хочу всех предупредить, попросить о том, чтобы не оставляли свои машины в тех местах, которые предназначены для проезда специальной, в том числе и снегоуборочной техники. Законом Московской области предусмотрена административная ответственность для нарушителей, штрафные санкции. Для юридических лиц – до 70 тысяч рублей, должностных лиц – до 20 тысяч, физическим лицам – до 5 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы значительно увеличиваются. Ольга Аржанова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».